Загляни в лавку rpgdon.com. Закажи услуги драйвера по прокачке и фарму. Подробности ищи на сайте, а ссылку под видео. Всем привет, ребята, с вами Нитрич, и играем мы в Black Desert Online. В этом видео хочу поделиться только с лучниками. Забавным таким, можно сказать, секретом или моментом. То, что боссов, это мировых боссов, допустим, вот на примере сейчас дракона, мы можем фармить просто издалека, не подвергая себе никакой опасности. Можно вообще на себе иметь только лук, допку и перчатки Пхега для точности. Просто-напросто через назад Е, ЛКМ, ЛКМ, Shift, ПКМ. То есть ураганом. Во-первых, у нас ни мана не тратится, во-вторых, там 100% крит и 600% ДПСа. По-моему, X2 или X3, точно не помню. Но это вы увидите на скеле. И вот таким вот незаурядным способом я протестил, что вы на протяжении всего рейда будете бить дракона дробовиками, тратя кучу маны, подвергая себя опасности, получите один дроп, что вот таким вот издалека ураганом вы получите тот же самый дроп. Это количество печатей, точки, серебро. Ну и повезет, не повезет сундук. Пока сундук я таким способом не выбивал, ну и вообще он мне давно не выпадал. Вот как я выбил две допки, так и все. Ну, для кого-то это малость, для кого-то нет. Секрету расскажу, кто-то и по 6, по 8 уже выбил. Как видите, на убийстве Пхега можно точно так же пользоваться выстрелом издалека. И вуаля, дроп точно такой же, как вы будете, опять же, подвергать себя опасности стрелять вблизи. Вот такой вот небольшой секрет. Спасибо, ребята, что смотрели данное видео. Подписывайтесь на канал, заходите к нам в группу ВКонтакте. Рассказывайте мне свои секреты. Ну и как всегда, всем удачного дропа. Пока-пока.